Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей игры за Кри в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Кроме того, напомню, что спонсоры видят все серии сразу во вкладке сообщества. Приятного вам продолжения просмотра. Чё, где за вулкан? Ага, Ребус. Сейчас Ребус накроет Беруту. Надеюсь, там все умрут. Последний день Беруты, знаешь, потом напишут картину. Всякий случай, если ему вдруг стукнет в голову мне войну объявить. Чуть не зафейлил темный век сейчас. А я чувствую, у меня топ вообще. Топ равнины. Прям топовые равнины видели. Это меня там ко мне заезжайте в гости. Лёша, вот так. Да, я вижу. Все равно отказываешься. Слушай, что-то я не пойму, справа тебя образил, Леша снизу, что ли? Ну, наоборот. Ты там увидишь. На самом деле, наоборот. Заряд как про тут собирается проходить. Да, приваты запрещены. Вот и золотой век. Так. Ой, золотой, блин. Темный. А у бразильца, надеюсь... Да, все темно. Типа, чтобы он не влиял сильно на местовасис. Бразил, ты что тут перекрыл, блин, все движение? Я бы только эти стены построил в этом городе. После амбара. Так, посел сюда пойдет. Раз, раз, два, три. Сюда, ну, вот видимо. Не работает, да, получается, на этот, как его, на баланс. А, ну давайте да, откроем работает, железо. Но только он криво работает. У меня со столицей не железо. Ничего. Не, насчет железа лошадей все отлично. Сразу плюс 4 к эпохе, а? Как вам? Так, ну в принципе, тут более-менее понятно. Это вся территория Финикии. Пошли здесь исследовать, что там. Разведчиков-то бродит. Амбар завершен. Ну, чё, давайте галеры.
здесь поставим, что тут как-то поселенцев долго. Дед, что с тобой случилось? Ты такой потрёпанный. Пираты. Я, кстати, жду, когда тут финикийские пираты объявятся и начнут требовать дань с прибрежных городов. Да. Такой же будет колд? Не гарантирую. А зря. Очень классный там юнит. Там это берема до плюс 60 разгоняется. Под олигархией, под карточкой темного века, под флотоводцем. Я вон уже вижу, что... Это строится у тебя или уже построены? Строится, не строится. По одному ходу строится. Еще и по одному ходу строится, вообще зашибись. Ну, уникальный район, что-то хотите. Ждем еще один Прикольно, ход. Первый раз Леш, ты своим рабочим будешь когда-нибудь двигаться? Вот я жду, когда Магнус. Следующим ходом прибывает Магнус, и они начинают работы. Ой-ой-ой. А у вас там все плотненько, я смотрю, Алексей. У меня? Что-то с бразильцем прям так плотненько города стоит. Ну вот так и получилось. Ну чё, я бразилец... Ещё клеточки выкупаются. Ну, клеточкой-то я выкупил, но я бразилец готов с тобой дружбу заключать. Вообще неохота воевать. Чтобы потом предать. Там и... Да, предать, когда минус Джей разбудут, вот тогда я сразу предам. Ну чтоб посложнее было. Ну да, минус Жейросов сейчас это... Ну еще ходов так 50. А минус они, по-моему, в этой... Культурный ветвь. Национализм. Но если очень захотеть, то можно на 73-й выйти. Двадцать шесть веры, да. Слушай, а ты не можешь своим этим скаутом пройти сейчас? Я вырубил лес. Я там не вижу клетку, куда ходить. Бразилец, посмотри. Ну, следующим ходом. Что хочешь пройти-то? Ничего, ну, ничего нет. Так а куда там дальше? Нельзя пройти вообще нигде. Вообще никуда-то. Там нет нечего вообще. Ну все, вот города мои и Клёша. Это направо. Да, там хочешь тебе уже Клёша не пройти. Иди. Там самое печальное, ничего нет вообще. Все-таки жадные. По волнам. Все равно там пройду. Там сверху еще какие-то острова. Может, там какие-то ГГшки могут быть. Да, ну вообще странно, я до сих пор ни одного варвара не видел еще. Как-то интересно. Ну, у нас земля колд, такая, не варварская. Колд. Так, Колта, давай-ка мы с тобой дружбу заключим. Здесь город будет. Раз, два, три.
Может прям на шоколад ставить? Просто тут не влазит все равно город, видите? В любом случае. То есть Гонконг так херово стал, что его захватывать надо. Вот сюда город влезет еще. Тут города. Я не знаю, что делать на этой богом забытой земле. Давайте прям на шоколад поставим. Это лучше будет. Да, тундра, конечно, там совсем печальная. 5 клеток в ширину. А в длину она бесконечная. Ну вот, а что с ней делать? Города как бы надо ставить. У тебя пантеон не на тундру? Нет. На лодке, что ли? Ну да, у меня тут прям лодок этих 500 миллионов. Ну отлично, видишь. А нафига вообще в Индонезии тундра? Ой, тундра, господи, земля какая-либо. У тебя вон лодки, сейчас еще Окленд какой-нибудь найдешь и вообще покеда Индонезия. С учетом того, что меня не пропускают никуда, это я Окленд. Так и нет ничего. Нету ничего, тебе говорят, тут нету ничего. Тебе 3 человека говорят, нету ничего. А ты все не веришь. Ладно, не буду врать, тут будет одна ГГшка, ее сейчас найдет Финикия. Но она прям не супер. Опа. Испанец отсюда приплыл. А, испанец еще на воде, да? А нет. Да тут все, по-моему, на воде, нет? А все тут вообще? Я думаю, они ушли за 2 минуты. Так, тут обработал клетку. Блин, наверное, лян надо сажать. Причем вместо Васис. Или Виктора туда, блин. Наверное, Виктора все-таки. Деньги открыл. Моя подруга навигацию. По морю. Кстати, здесь же чудо. Надо чудо сейчас открыть, наконец-то. Дадут очки. Ну, руинка, прямо скажу, это финикийская руинка. Я на нее можно было не претендовать особо. Гонконг надо захватывать будет. Вот и чудо. Господи, детка, что... У Финики еще и чудо такое приятное. Пора стопать ее, да? Я считаю, можно уже начинать. Вы как мне достали эти завывания в моей музыке? А что он тут не строится? Блин, какие там ограничения у моего этих вигвамов? Почему оно в некотором месте не строится, а? Кто знает. Там рядом, рядом их нельзя ставить. Ну, друг с другом рядом это понятно. У меня вот не строится, где вообще ничего нету. Ну где? Ты к немецку мне едешь. Ну скажу. Вот, Микиси Фацик. Вот в Микиси Фацик, видишь, снизу 2 клетки рядом с лошадьми. Так. Не знаю, должен строить. Ну вот ни на одной клетке, ни на второй не строится. Ну блин. Там Ереван теребонькает.
Может, какая-то... А погоди, а лошадь же это стратегический ресурс. А стратегическим не считается, по-моему, да? За бонусные. Нет, там... А, ну да, там нужны бонусные и... И эти, и на радость, точно. Ладно, обработаем железо тогда. Нет, я все-таки шахты хочу. Тоже, конечно, производство даст, но... Не совсем это то, что я хочу. А, класс, я тут город поставил, тогда не влазил. Ну тогда сюда надо ставить. Тут вон свинки будут. Тут слишком близко. Можно сразу свинок купить. Я нашел другую землю. Соло, это ты Ереван убил? Нет. Я в этой игре не буду убивать, в этой игре будут убивать меня. Ну, тот, кто убивает Ерева, я не хотел бы видеть себя на моем острове. Может, там варвар? Может, это вулкан? Много вариантов. Он стоит на краю, никакого вулкана там рядом нет, я его вижу. Варвары обстреливают. Так, ну мне осталось только сейчас тут, Никит, блин, мы что, дальше продолжим дружить с тобой? Дружба, мир, жвачка. Может, все-таки еще поселенцы? Видно, ну, тут осталось просто ход. Ребят, хоры метки ставить. Не смог походить в конце. Колесо, обработка железа. Так. Ну да, этого парня. Ну я бы и здесь на самом деле еще поставил. Я бы еще одного поселенца все-таки сделал, сюда привел. Да ё-моё! Вот почему при лаге юнит в другую сторону бежит? Вот как это вообще реализовано дебильно? Почему так сделано? У меня военный лагерь, наверное, где-то тут поставить. Хотя тут и гавань нужна тоже. Но я бы лучше военный лагерь. В принципе, с правительственной площадью фиг... Ну, вот тут где-то правительственную площадь ставить. Вот сюда. О, да. Есть, мы нашли, куда у нас правительственная площадь будет идти. Наверное, Магнуса надо пересаживать сюда. В Пипиесио Авасис. Если тут островок. Какие-то тундры. Инженерное дело ускорили. Так, после навигации по звездам судостроение откроем. Андрюша, ты не пробовал циву переустанавливать? Что-то как-то странно, что вот только у тебя так из заметок. Вроде ни у кого больше не лагает.
Нет. Или там целостность файлов проверить. Я думаю, что это какая-то настройка графики. Ну вот у меня все на максималках стоит. И как бы нормально. Нет такого. Нет, я знаю одного человека, например, у которого из заметок у него вообще вылетает ссылка. То есть не стоит говорить, что только у меня такое. Так, бразилец предлагает дружбу. Ну, наверное, стоит взять и нападать на него каравеллами уже. Так, 41-й ход. То есть к 61-му ходу надо выйти в каравеллу. Любимое название города. Питокаханапавиин. Питокаханапавиин. Отлично. Ну и как раз очередь ставим здесь. Гавань. И центр коммерции. Ну, это, расследовав все, есть вообще какие-то нации, у которых нормальное какое-то место вообще, более-менее? Более. Я могу Финикия. Так с натяжкой сказать Финикия, да, но опять же, с натяжкой с некоторой. Что, моя соседка, мы дружим? Или... Так, сначала вот это хочу вырубить. Здесь... Да, потому что здесь будет центр коммерции, здесь гавань. Давайте я все-таки хочу еще... А, блин, мы тут оставим пока. Блин, надо было... Надо было тут вигвам поставить. Раз мы пока оставляем. Yes. То есть надо дождать, пока Магнус приедет. Капец, сколько потом тут все вырубить. Так, этого парня я хотел сюда. Мне пришлось города под вулканами. Бразилец тут мешается. О, Индонезия. Колд объявил войну со... А, то есть никаких пиратства, просто будет захват городов, да? Посмотрим, посмотрим. У меня промки мало, скорее всего, да. Но все бывает. Вдруг будет спасительная миссия. И захват Колд. Ну вот видите, скорее всего, Колд как раз засоюзил Гонконг и сделал проекты на флотоводцев. Он для этого и засоюзил Конго, чтобы быстрее флотовал. Ну, у него быстро эти строятся. Соло, ты отказался от предложения или не видел его? Не видел его. Что? Я говорю, не увидел. Отлично. Так, давайте посмотрим. О! Так, кто это? Андетка, здорово! Как же тухо. Ужасно. Чё ты такой пессимист?
будто ни разу на плохих картах не играли. Не, ну серьезно, детка, тут, судя по всему, у всех не очень. Прямо тебе скажу. Так что... Есть все шансы. Да, Гонконг надо будет захватить как-нибудь. У Бразила все неплохо. Я бы не сказал, что у Бразила все неплохо. Детка, ты видел, сколько у меня джунглей? Пирамиды, вот там чудеса строят. Ой, блин. Почему я выбрался этот дуболом вообще? Так, а где боевые действия-то происходят? Интересно, кстати, что-то около Сурабаи. Ничего, или он просто еще приплыл только. Леш, а Гонконг жить будет? Нет. Так, вот так дебильно Гонконг поставлен. Вот были бы у меня места для городов. Вот нет, он так вот бахнут, вот максимально упыторжно. Просто, чтобы вот, просто вот нельзя было где города поставить. Еще и рабочих удаляешь, что ли? Че, нельзя? Да нет, просто интересно, так. Да, тут плюс 3, но я не смогу здесь поставить треугольник с центром коммерции, поэтому сюда гавань. Это на самом деле ты Лёша должен винить, он мне рассказал про разгон до 50, флотово, вот этим вот всем олигархией. Я бы, может, так и не хотел, но слишком он это разрекламировал. Не, ну это правильно, нет, потому что иначе правильно. Индонезия тоже это охерительно потом. Я думаю, что потом бы тебя соло вынес. Что флотоводец на этих индейцев. Просто. Ты его не разгонишь. Античностью? А, да. Не античный юнит. Ну, Лёша, вот это ты виноват. Ну, пробуй. Давайте производство, наверное, поставлю. Содержание. Блин, а юнита. Почему у меня ты стену построил, а я даже не вижу, что она у меня не отображается? Ну, я оставлю тогда, надо морские юниты строить. Почему нет? Так, пойду сюда вырубать. Это очень хорошо, конечно, что Финикия с Индонезией, потому что две реально морские нации, у которых все хорошо в будущем. Блин, придется здесь... Да, придется здесь, конечно, убрать потом и центр коммерции поставить. Не, ну героически я выйду.
Ну, мне придется с бразильцем воевать, иначе вместо Васис, как мне кажется, отвалится просто по лояльности. А, я тут не хочу дальше плыть, на самом деле. Не знаю, глупо. Так. Никакого профита. Нормально, Бима падает. Она не упадет на 36. Отберем. Упадет. Упадет. Я бы сказал, что и Сурабая падает. Я просто совершенно недавно за Финикию играл. И там у чувака вообще было, ну, город со стенами. И в таком проходе, что атаковался с одной клетки, и нормально. Там уберем очень хороший разгон по силе. Это вообще, по-моему, лучший морской юнит начальный. Это он еще круче, чем у этих, у норвежцев. Тут согласен. Да пошли, собственно, картографию. Чудо античности. Какое нам чудо античности можно построить? А колосс мы можем построить? Где он вообще? О, колосс есть. Так. Необходимо соседство с гаванью. И на побережье. Ну, я вот тут вот где-то колосс строится. Сейчас мы достроим коммерческие районы и попробуем колосс сделать. Сейчас, ну подожди. Так, давайте хлопок обработаем быстренько. Здесь вырубаем. Здесь покупаем клетку. Вырубаем. Ставасис. Ну, надо в Маскатеу сначала. Конечно, столица хорошо разгоняется благодаря этим. Пастбище. Я тебе, кстати, не мешаю, индонезиец? Норм все? Норм все. Да и я на воде. А, здесь пока ничего не будем в Гонконг посылать. Маяк построил. Ой, блин. Забываю, тут очень дебильно. Ну почему нельзя через Shift было сделать? Ну, почему нельзя? Так, а колосс у нас... Где? Давайте здесь. Тут, может, для маяка великого оставим место. Соло. 7 ходов. Я уже принял. Ты нас спамил этих. Берем. Да чё, карточка? Вперед. Не, Финикия серьезная штука, ты плаваешь вокруг, со всех дань требуешь, потому что беремами. Это приятно делать. Единственный колд, мне кажется, зря ты прям реально на столицу, ты бы захватил постепенно вот те города. Ну, срубай стены тоже. А Бима у меня... Я атакую. Так, здесь центр коммерции будет у нас, да? Это сначала маяк все-таки, а потом... Центр коммерции. Здесь сделано. Вот здесь надо вырубить, поставить вигвам. Да, но сначала надо... Тут все вырубать под Магнусом.
Пока есть Магнус, надо пользоваться его им. Бразилец летит в Минасы, боже, нет. Сколько осталось? 4 хода до минус Джейросов, признайте, до национализма бразилец. 6 ходов? 6 ходов примерно, я думаю. Конечно. На крыльях театралок. Правильно делать. Ну, я, наверное, к 61-му. Ну, картографию ускорить. Но мне надо колосс построить для контрфорса. И реально в каравеллы как можно... Денег у меня дофига. Если у меня бедная, будет... Бедная, конечно, мимо. Много каравелл, то Рио-де-Жанейро упадет. Краты с одной клетки только атакуются, к сожалению. Но мне надо к 61-му, чтобы... Да должен успеть. Чтобы бразилец ничего не заподозрил, когда я с ним не продлю. Так, здесь пойдет сейчас лошадка. Кстати, здесь гавань можно внутри построить, потому что здесь рыба, чтобы рыбу не убирать. Так вот этот, значит, это надо вырубить. А в Биме хоть что-нибудь было? Или там рабочий? Там рабочий. Нет. А, у меня черная карточка стоит. Поэтому город не ставится. Ладно. Подождем. Давайте откроем. Хотя чудо света надо построить. Блин. Следуйте строительство. Мне не хочется чертову карточку пока поубирать. Убирать. Можно, конечно, за деньги будет потом отменить. Так, ну я все, что хотел, пока исследовал. У меня бы, конечно, городов-государств найти побольше, но... К сожалению, нет. Да, тут... Интересно. Ну это очень классно, что они друг с дружком воюют. Это две самые... Ну я, правда, не всех нашел еще. Артист и люкс. Но я тоже сомневаюсь, что у них морские нации. Не, ну тут классно сгенерилось, что обе морские нации рядышком. Иначе бы ты нагибал соло, ну согласись, согласись. Не, у меня просто промки нет, так бы я был... А промки тут у всех нет. Что, у финики есть промка? Побольше, чем у меня. О, Лавенту встретил. Где-то она там плавает. Ладно, Сул, предлагаю мир. Я не пробьюсь. Я могу за деньги вернуть. Ну давай мне Биму. Ух, тебя там есть. Что? А чё ты такой бомж? Тебе вообще. Ну я просто купился, что мне надо, просто ты тут не пройдешь. Ладно, давай вот так. Ну я тебе сейчас угорит, еще могу сжечь. Сжигай. Да сжигай, В смысле, Биму ты мне уступаешь? Биму я тебе уступаю. Подожди, ты заключаешь мир с твоей стороны и ты видишь. А, вот все.
Так, 10 ходов осталось, что-то я пока... Давай нормальную сделку. Не, ну 4 очка. В принципе. Все, сейчас кину. Но я тогда не сжигаю города. Что вот здесь вигвам ставится? Ну и здесь тоже надо подумать с вигвамами. Можно так, так и так поставить вигвамы, да? Гавань. Здесь тут у нас центр коммерции будет. Так, ну колосс мне очень важно построить на самом деле. Я боюсь, что кто-то может и угнать. Мне подрубить вот это и вот это. Ну видишь, Леша отбиваются. Ну колд просто, видимо, не особо умеет в цибу играть, вот и все. Это вроде все нормально. Я бы, честно говоря, эти беремы использовал не для того, чтобы захватить человека, а вот этого вот пиратства финикийского. Не, я караван жёг, эту жёг. Я не могу понять, как ты мой караван жёг, если он не ползал по морю. Что-то вот это ползал, вот. Прикинь, он плыл по морю, вот так и жёг. Не могу понять, как это вообще попал. Ну, пираться, я имею в виду, вот приплываешь, говоришь, так, давай ты мне заплатишь, дашь вот то-то и то-то, чтобы я на тебя не нападал просто. Что с этими беремами, если с другими как бы наравне, да, ты можешь что-то это, то беремы, ну, блин. Хотя я думаю, что Соло потом на своих этих будет тем же заниматься, на джонках или как они называются. Джонки, джонки, джонки. Я запомнил обидчиков просто. Так, а давайте мы купим просто торговца здесь. Давайте к этому городу купим клетку. Здесь центр коммерции, тут я не буду ставить вигвам. Какие-то острова. До света откроется драма и поэзия. Так, 4 хода колосс. Блин, реально важно, чтобы он построился. Это у меня будет ускорение для контрфорса. Блин, картография 13 ходов. Далековато до дружбы, блин. Далековато. Мне бы, конечно, вот прям в 61-й ход бы выйти именно в... На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут увидеть уже прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных она появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!